Всем привет, друзья! С вами Андрей, и сегодня я решил немножко отойти от Майнкрафта и поиграть в игру под названием Final Cut New Beginning. А что-то какой-то необычный квест. Что тут у меня? Я не понял. Сейчас, секунду. Вот так. Угу. Какой-то квест, который я хочу посмотреть. Сейчас будем смотреть, значит. Боец, на часы смотришь? 300 секунд, и не секунды, и больше. 300. И не забывай, никогда не смотри прямо на солнце. Так. О-о-о-о. Еще 280 секунд. Вообще. Измерительная аппаратура, похоже, вышла из строя. Да нет, боюсь, она в полном порядке. Осталось 240 секунд. Мы только что получили сообщение из Антарктики, Мачу-Пикчу и Восточной Океании. И данные совпадают с нашими. Вспышка на Солнце произойдет в ближайшие 2 недели, и по мощности она будет сравнима со вспышкой Освальда в 2113-м. Все мы в курсе, что магнитное поле Земли больше не в состоянии защищать нас от вспышек такой силы. Наше время истекает. Квади, еще не поздно. У нас еще есть шанс. Да, что насчет плана Феникс? Мы еще можем спастись. План Феникс — это не план эвакуации, Харди. Наоборот. Но Сальвадор прав. Манипуляция — это наш последний шанс. О чем это они? В данный момент безопасность наших пилотов обеспечена. Найджел, через 2 недели все живое на Земле ждет неминуемая смерть. Боюсь, у нас просто нет выхода. Пора уже, наконец, решиться на последний шаг. На последний шанс. Шаг назад. В прошлое. Новое начало. Или новое начинание. Пролог, значит, пролог, хорошо, это мы, значит, видимо, скорее всего, из какого-то далекого апокалиптического будущего, на данный момент было настоящее, перепрыгнули куда-то назад в прошлое. Так, птички, деревья, солнышко, ветерок, альпийские луга, красота, свежий воздух. Что-то бумкнуло, и пошел дымок. Черт возьми. Опять. Надеюсь, запасных деталей хватит. Не прекратится. Посмотрим, что тут на этот раз не так. Ну, давай попробуем. Так, переместите указатель мыши на крышку красной машины. Нажмите левую кнопку мыши, левую. Ага, подождите, пока на экране появится меню управления. Переместите указатель мыши в верхний правый угол. Слово «открыть», после чего опустить кнопку мыши. Открыть. Точно так же вы можете осматривать предметы, попробуйте смотреть мотор, генератор. Для этого нужно выбрать в меню соответствующий пункт. Открыто. Точно так же вы можете осматривать предметы, попробовать... Ага. Так. Осмотреть. Мой аэрозольный генератор. Ага. Мотор. Осмотреть. Угу. Ага. Вот в чем проблема. Ремень порвался. И где же мне найти замену?
Теперь вы с легкостью сможете снять поврежденный ремень. Ага. Так. Взять. Может быть, его еще можно починить? Может быть. Так, секунду. Взяли. Ага. Ремень теперь у вас, чтобы пересмотреть просмотреть окно. Угу. Вот оно. Так, и что? Щелкните правой мышки. Ходовое. Так, имеющий у вас предмет, щелкните правой кнопкой. Попробуйте связать. А, понятно. Правый клад. Чего я? Я же ученый, а не скульптор-модернист. Да ладно, что ты? Я же ученый, а не скульптор-модернист. Так. Связать концы ремня. С чем связать-то? Это же ни к чему не при... Ой. Либо я как-то залатаю ремень, либо я найду подходящую замену. Порвался. Следовательно, совершенно бесполезен. Либо я как-то... Да я понял. Угу. Хорошо. Попробуйте связать ремни так, чтобы закрыть окно. Все, попробуй. Винт уже давно ослаблен, и как следует закрутить его уже не получится. Тогда удаляем. Вряд ли это сможет для чего-то пригодиться. Ее выбросить надо. Ну, правильно, так. Ходовое колесо. Look at. Уже все в порядке. Угу. Look at. Похоже, заклинило. Вот почему ремень порвался. Заклинило? Похоже, заклинило. Вот понятно. Что тут еще? Дыра. Осмотр... Стоял винт. Ага. А что здесь? Откуда? Чего, как я должен? Починить ремень здесь? Не отходя от кассы, да? Так, и... Это ни к чему не приведет. Да ладно, попробовать можно было. Должен быть другой. Понятно, я понял. Как выйти-то отсюда? Escape? А, нет, это меню. Ремень теперь у вас, чтобы посмотреть, ну, окно. Так, щелкните правым. Так. Что, попробуйте связать. Как связать-то? Чистая чушь. Ну, вот, я, вот он у меня... Это же ни к чему не приведет. Либо я как-то золото порвался. А сюда? Либо я как-то порвался. Может, ты подскажешь? Так, и чё, куда нажать-то? Дыра. А, ну тогда, может быть, поискать надо здесь. Хорошо. Осматриваем каждый миллиметр. Либо я как-то залатаю и порвался. Какая ерунда. Так. Это потеря времени. Почему потеря времени? Чушь. Нет, я же... Это самое, вот этот треугольник пукс... не соединяет, не хочет соединять. И как это соединяется-то? Стоял винт. Похоже, все в порядке. Да я уже понял. Ну, тут три элемента. Все, я их осмотрел. Как выйти-то отсюда? Слышь ты, треугольный. Выйди, пожалуйста.
Надо бы нажать и подержать. Ну да, попробовать стоит. А будет держаться-то? Нет, конечно. Ты где такое видел-то? Нужен скотч. О. Закрыть. Включить. Вот и все. Ремень снова порвался. Видимо, без замены никак не обойтись. Теперь вам необходимо найти способ починить, но здесь вам этого не сделать. Кроме того, справиться с этой задачей вам придется без моей помощи. Слава тебе, Господи, иди. Ты вообще бесполезный треугольник. Переместите указатель мыши на лестницу, справа щелкните лево. Понятно. Пойдем. Не, подожди. Это что? Осмотреть. Летом Мета часто сидела одна под деревом и читала. Жаль, что придется его срубить. Зима будет холодной. А залезть забраться? Моя спина в жизни на такое не согласится. И я тоже. Понятно. Подожди, а надо взять это самое, открыть ремень с собой? С этим покончено. В мусорку. Чё это мусорка? С этим покончено. А. Понятно. Точно так, все, понятно. Да я уж понял, уйди от треугольника, ты больше мне не нужен. Так, дверь, дом. Что дом? Осмотреть. Раньше мы приезжали сюда каждое лето. Мета надеялась, что мы вместе тут состаримся. От этой мечты осталось совсем немного. Только дом, да я. А что со сметой? Смета. Рыбалку предложила доктор Ангуст. Это очень расслабляет, Бент. Ты наконец-то успокоишься. С тех пор я каждое утро сижу на берегу и тупо смотрю на воду. Чё, не получается? Да? Нет, давай. Удочка не решит моих проблем. Ну, хотя доктор Ангуст и утверждает обратное. Ну, может быть, помогло бы. А сюда нельзя спуститься? А чё здесь? Бутылку взять. Мусор. Осмотреть. К сожалению, когда живешь у воды, без этого в наши дни не обойтись. Да? Ну, я не знаю, я у воды не живу. Я живу около станции. Когда-то я бы это еще сделал. Но максимум через неделю здесь будет ровно то же самое. Чистый сизифов труд. Ничего, возьми да убери. Когда-то, ну, максимум, чистый сизифов. Сизифов. Какой-то пессимистичный мужик. Лодка видала и лучшие времена. Но пока еще плавает. Я сказал доктору Ангус, что ненавижу рыбалку. В ответ на это она порекомендовала мне заняться вершами. А, вершами. Верша. Я уже все перепробовал, но я никак не смогу использовать эту штуку. Да, план, видимо, заключался в том, чтобы оставить все позади. Я тогда столько выпил, что уже не помню, куда спрятал ключ. О-о-о! Еще и проблема. А сюда хотя бы. Дом. Открыть. О! Глянь, что, книжная полка, осмотреть. Это справочник «Помоги себе сам», который мне порекомендовала доктор Ангуст. Интересно, она сама-то его прочитала, прежде чем рекомендовать? Ну, обычно люди читают. Я же не отвертка. Принципы лечения трудоголизма Гуннера Ларсена. Ну, не знаю. От отвертки хоть какая-то польза. Иногда меня посещает доктор Ангуст. Для нее второй стул и стоит. Отдохну попозже, когда починю генератор. По телевизору только всякую чушь показывают. Да, тогда хотя бы ни о чем не буду думать, когда пойду спать. А включить можно? Хаос на улицах
Осло. Сегодня в 11 часов утра воинственные демонстранты штурмовали штаб-квартиру Европейской надзорной комиссии по энергетике. Они протестуют против запланированного продления лицензии 7 атомным электростанциям энергетического концерна Indus Industries. В ходе осады некоторым особо агрессивным участникам удалось даже взять заложников. Представитель комиссии заявил: «Мы с самого начала были открыты для спокойного диалога, но сложившаяся ситуация, к сожалению, вынуждает нас действовать жестко. Активисты должны понять, что своими противозаконными акциями они не смогут заставить нас принять решение в их пользу. Все, чего они добьются, негативного мнения о себе и о ценностях, которые они пропагандируют». Пока эвакуируют первых пострадавших, полиция готовится к долгой ночи. Видимо, это будет одна из самых длинных ночей в этом вот обычно так тихом... Вот мир продолжает вращаться и без меня. Угу. Так, хорошо. Бар. Чё бар? А смотреть. А бутылки все еще здесь, с другой стороны. А кому их выносить? Тебе. Там внутри только самое необходимое. Масло? Рапсовое масло. До недавнего времени оно использовалось только в лампах. А сегодня его льют и в салаты. А также используют для подтверждения плохого энергетического баланса биологических видов топлива. Ну-ка, возьмем. А, холодильник. Давай откроем сразу, посмотрим, что там. Печальное зрелище. Если бы я не обедал в городе, я бы вообще с людьми не общался. Полный холодильник стал бы для меня социальным самоубийством. Ага, вон оно как. Завтра уберу. Да, такая же фигня, само по себе уберется. Так, книги. Давай читать сразу. Как-нибудь сделать, но не сегодня. Угу. Койки. Осмотреть. Моя кровать. Поначалу я еще пытался спать в нашей смятой кровати, а потом переселился вниз, в койку Дюва. Мой сын заботится о деле моей жизни, а я сплю в его детской кроватке. Какое все унылое. Так, рапсовое масло. Ну и зачем я его взял? Может быть, смажем дверь и откроем? Или найдем чего-нибудь? Может, под лодкой ключ? Давай посмотрим. Открыть. Осмотреть. Подвал. Мавзолей неудавшейся жизни. Единственное место, где я могу найти запчасти для своего аэрозольного генератора. Открыть. Да, закрыто. План, видимо, заключался в том, чтобы оставить все позади. Так, хорошо. Мусор, 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 лодка. А, можно вот так сделать. А это что такое? А, это просто дом. Удочка, наверх, вверх, мусор. Угу. Идем, может быть, тогда мы с рапсовым маслом, что? Рапсовым, растительное. Подсолнечное, что ли? Так. Осмотреть мотор. Ливанем куда-нибудь маслица. Ну давай куда? Да? Тут все заржавело. Так, вроде бы должно работать. А, все? А у меня нет ремня. А, вот он. Взять. Я кручусь на месте. Таким образом я функция. Да возьми. Я кручусь на месте. Таким образом. Так, крышка, аэрозольный генератор, дерево. О, поползень. Осмотреть. Он ест вредителей, живущих в древесине. К сожалению, недостаточно быстро. Давай включим. Но он без ремня же. Без нового ремня ничего не получится. Ну... Давай, ну давай осмотрим, хорошо. Мне знакомо это чувство. Ну, знакомо, тогда возьми его. На месте. Таким образом. Так, ладно, пойдем обратно. Остается только посмотреть вот здесь, вот дом. А, здесь или так, это что такое, дверь? Close.
О, фотография. Наш отпуск в Италии. Мета просто сияет, как всегда. А у меня в мыслях наверняка снова спасение мира. Смогли бы мы стать счастливыми, если бы мне было наплевать на будущее планеты? Этого зовут Бент, а эту женщину Мета. Хорошо. Подожди, давай посмотрим еще раз. А может быть там что-то еще? Мета просто... Так, это, все понятно. Тогда еще вот это. Моя группа на Атласе 11. Мы в самом деле считали, что будущее мира покоится на наших плечах. Выпуклость. А вот и ключ. Разорвать. Очень похоже на... Нет, но вы только посмотрите. Взять. Я не помню, как я это делал. Я в самом деле был настолько пьян. Ну, это очень печально, раз ты так это не помнишь. Дюк, Бент, Лиса, Барни. Барни. Сразу захотелось этого пирожное Барни с шоколадкой внутри. Так, здесь я посмотрел. Давай еще посмотрим, может, здесь что? То мухи летают какие-то. Ага, вот, а книги не читают. Все, понял. Хорошо. Значит, идем сюда. Ну, открыть. Выйти. Ну, пойдем вниз. Дверь. Открыть. Да, закрыто. План, видимо, заключен. Так, возьми, во-первых, ключ. Интересно, сколько же я сюда не спускался? Ну, давай посмотрим. О! Кожух. Че? Посмотрим. Здесь похоронена моя старая жизнь. Ну, значит, сейчас ее реанимируем. Ну что ж, посмотрим. Давай. Оп. Лаборатория, отлично. Дощатая дверь. Открываем. Сейчас мы найдем, значит, ремень, велосипед. Что с ним можно взять, осмотреть? Старая велосипедная камера. Так, берем, с ней снимаем. Соответствующего инструмента не получится. Так, давай посмотрим, что у нас тут. Папки. Ну, давай читать папки. Исследования по фотосинтезу, строительные планы теплиц, химические данные. Я все это наизусть знаю. То есть он агроном у нас такой. Когда Мета увидела, что я беру с собой в отпуск рабочие документы, она лишь рассмеялась и сказала, когда офис находится прямо дома, даже роман с секретаршей закрутить не получится. Может быть, ей следовало хотя бы раз накричать на меня, вместо того, чтобы все время поддерживать. Так, это выключатель, лаборатория, часы. Давай осмотрим. Как удачно. Они остановились незадолго до 12 часов. Они за... Символизм меня беспокоит. Но лучше пусть всегда будет без 5:12, чем когда-нибудь 12:05. Сколько же летних ночей провел я тут, разглядывая клетки водорослей. Неужели биолог? Я действительно думал, что могу изменить мир? Конечно, можешь. Искушение велико. Но я обещал Барни и доктору Ангуст наслаждаться своим покоем. Наслаждаться. Так, осмотрим. Когда-то тут было еще больше лабораторного оборудования. Большую часть Барни отправил обратно на станцию, чтобы мне в голову не пришла дурацкая мысль поработать. Откроем. Обыскать, да. Эй, там же была отвертка. Нужно прихватить ее с собой. Так, теперь мы берем... Ладно, попробуем так. Велосипед Дюва. Старый уже. Мы сплавлялись по фьорду вдоль берега к морю. Тогда как раз перестраивали наш атлас. И пока я ждал нового назначения, у меня было полно времени, чтобы побыть хорошим отцом для мальчика. Странно, как все меняется. Ну, давай попробуем. Мне нужно ремонтировать эту рухлядь. Никто на нем уже не будет кататься. Мне не нужно... Никто на...
Так, подожди, у нас есть камера здесь. Велосипедная камера. А. Давай снимем ее. Соответствующего... Не хочешь, да? Так, давай смотреть дальше. Так, здесь мы... Что мы можем еще здесь? Давай еще обыщем. Может быть, тут еще что есть? Там ничего полезного больше нет. Понятно, ничего нет полезного. Ничего у него нет полезного. Работать. Искушение велико. Так, это мы уже... Что с выключателем? Нажмем. Еще раз. Так, две велосипед. Давай смотрим. Ну, это мы смотрели только что. Мы сплав... так, и пока я... Я, кажется, понял. У нас есть отвертка. Значит, идем сюда. Идем. Наверное, туда. Так, давай залезем в крышку. Осмотреть. Теперь колесо. Так, свободно. Хорошо, давай. Даже не знаю, с чего. Даже не знаю, с чего начать. Так. Подходит, но это мою проблему не решает. Может, надо взять теперь ремень? Я кручусь на ми. Таким образом, я... Нет, да? Не знаю. Так. Подожди. Может быть, помимо того, что отвертку я вставил... Мой аэрозоль. А, подожди. Может быть, его можно включить уже? Стой. Ну, давай попробуем включить. Без нового ремня ничего не получится. Ну, а ты старый не хочешь брать? Мне знакомый. Может, с ним надо было что-то сделать? С этой отверткой покрутить ее, повертеть. Отвертка. А, можно и забрать. Странно. Ну, давай посмотрим, что там еще можем сделать. А удочка что-нибудь взять? Нет, хотя доктор. А если я возьму с помощью отвертки? Очевидно, что из. А если вот эту вершу? Не вершу, а вершу. Это потеря времени. А лодка? Думаю, что это удачно. А мусор? Там и так. Понятно. Значит, что-то надо еще и подумать, что здесь можно сделать. А, давай давай попробуем через... Положу обратно. А, давай закроем. Теперь еще раз попробуем. Положу обратно. Потом, понятно. Так. А, может быть, с помощью ключа? Думаю, что это удачная мысль. А может быть, комод? Не, так ничего. А может быть, велосипед? Какая чушь! Очевидно, что из этого не... Ну, очевидно, что-то у тебя ничего не получается. А это что такое? Дождь-то... Должен быть другой. Ну, закрой. Открой. Нет, это... Мы сплавляем тогда, и пока я... Странно. Велосипед. Велосипед Дюва. Да это мы уже слышали, спасибо. Странно. Как все меняется. Здесь велосипедная камера. Вот, снять. Без соответствующего инструмента не получится. А, велосипед. Надо было... Посмотрим. Эй, есть тут кто? Черт. Да? Бен Свенсон? Да, это я. Минуту, сейчас иду.
Может, расскажете мне, зачем вы слоняетесь вокруг моего дома? Вы меня изрядно напугали. Я не хотела. Это ты, Бен Свенсон? Ну, да, но... А чё она, главное, в комбинезоне? И сверху еще какой-то топик. Типа так теплее? Или что? Так, в чем дело? Мы знакомы. Это ваш вертолет. Отличный костюм. Отличный костюм. Костюм. Вы из армии? Нет, я из другой организации. Понятно. Ну, зададим вопрос такой. Это ваш вертолет? Ваш вертолет. Он принадлежит одному другу, наверное. Понятно. Мы знакомы? Знакомы. Я знакома с твоими трудами. И как раз в этом заключается причина, по которой мне нужно с тобой срочно поговорить. Нет ничего такого срочного, ради чего нельзя было бы сначала позвонить. Сделано. Подождите немного. Я сейчас занят. Но... Чем быстрее вы дадите мне сделать мою работу, тем быстрее я смогу вас выслушать. Так сказать, поставим в приоритете свою... запуск. Не поставим, да, в приоритете? Ты куда залез? Оу. Девушка. Что-то тут пошло не так. Ну ладно. А, мотор осмотреть. Мотор. Осмотреть. Так. Черт, камера слишком длинная. Я понял. Теперь вставляем отвертку. Подходит. О. Так, теперь запускаем генератор. Включить. Так, а теперь... А, черт, кто-то должен подержать крышку, а то эта дурацкая отвертка выскакивает. Закрыть. Кто-то должен подержать крышку, а то эта дурацкая отвертка выскакивает. Может быть, как-то ее с ремнем привязать? Я кручусь на ми- таким образом. Значит, подержать должна эта тетка. Она мне поможет. Помогла бы... А, вон она. Женщина, помогите, пожалуйста. Давай осмотрим. Она выглядит смущенно, а еще на ней какая-то странная форма надета. Я о чем и говорю. Чего она от меня хочет? Так, мне нужна ваша помощь. Понадобится ваша помощь. Помощь. Это на самом деле так важно? Конечно. Мало времени. Если хотите, чтобы я вам помог. Да, да, хорошо. И что мне делать? Просто поднимитесь вместе со мной наверх. Вот мы и на месте. Что это за агрегат? Это аэрозольный генератор. Он не позволяет дереву рассохнуться до зимы. Итак, встаньте вон там, спереди. Я поверну выключатель, а вы просто держите крышку закрытой. Вы полагаете, что у вас что-то получится? Ясное дело. Я готова. Ну хорошо. Хватит! Да успокойтесь, это совершенно нормально. Это что такое? Ты спятил? А ну выключай машину! Оу,
Ну, такое случается. Других способов избавиться от вредителей нет. А мне нужны дрова для отопления. Какие же вы все идиоты! Прекрасно. У меня в гостях мадам гиперчувствительность. Подождите. Подождите. Это что, стандартное слово, которым решаются все проблемы? А? Хоть у них необычный диалог и вообще... Как можно птичку считать вредителем? В общем, птичка как-то ерундистика. Ладно, давай поговорим. Давайте уже. Что это еще за суматоха? Возможно, я ошиблась. Возможно, ты все же не сможешь мне помочь. Помочь? Да в чем помочь-то, черт бы вас побрал? Я на пенсии. Я больше никому не помогаю. О, прошу вас, не надо смотреть на меня таким грустным взглядом. Лучше всего... Что? Ой. Что с вами случилось? Воды. Принеси мне стакан воды. О-о-о, девушку надо спасти. Ну что еще? Свенсон? Привет, Бент. Это доктор Ангуст. У тебя немного усталый голос. Сейчас неудачный момент. У меня гости. Ну-ну-ну. Что я говорила тебе о стрессах? Док, прошу, тут женщине плохо. У нее припадок или... Бент, мы уже это 1000 раз обсуждали. Твой комплекс самаритянина довел тебя до больничной койки. Ты не несешь ответственности за весь мир. Что? Но... Повтори это. Я не несу ответственности за весь мир. Конечно же, я должен помочь этой женщине. Но я должен помочь этой женщине. Ты сначала себе помоги. Мы же уже говорили о комплексе самаритянина, верно? У тебя есть право быть эгоистичным. Ты не несешь ответственности за весь мир. Повтори это. Ну давай, у меня нет ни времени на твои психологические штуки. У меня штучки. Нет времени на твои психологические штучки. Нет времени? Это у старого Бента постоянно не было времени. Ты еще помнишь этого человека. Засиживался, словно одержимый до утра в своей лаборатории, и даже не замечал, как жизнь проходила мимо, пока, наконец, не очнулся в отделении интенсивной терапии госпиталя ВМС. А ты теперь новый Бент. Тот, который больше не чувствует на себе ответственности за весь мир. Давай, я хочу услышать это от тебя. Ну окей, я не несу ответственности. Я не отвечаю за весь мир. Ну вот, а сейчас попробуй наконец-то успокоиться. Почему бы тебе не сходить на рыбалку? Не хочу быть одним из тех, кто бездумно истребляет рыбу. Но-но-но, что я тебе говорила? Я не отвечаю за весь мир. Никогда об этом не забывай. Завтра я снова тебе позвоню. Пока. Ага, до завтра. Какая-то мерзкая бабёха. Итак, теперь займемся вами. Рассказывайте, что вы тут делаете. Что я тут делаю? Ну, ладно. Взаимное доверие. Меня зовут Фэй. Я путешественница во времени. Подача информации. Я прибыла из будущего. Человечество стоит на пороге уничтожения. О. Что это значит? О чем вы? Что это за бумажка? Инструкция по транстемпоральным контактам. Я же говорила им, что у меня ничего не получится. Нет, вы что, серьезно?
Сальвадор был прав. От разговоров нет толка. Зачем она сама с собой так разговаривает? Ладно, погодите. Рассуждает вслух. Допустим, вы из будущего. Я-то тут при чем? От меня-то вам что нужно? Твоя научная работа. Ерунда. В моем времени умирают люди. Умирают животные, деревья. Умирает весь мир. Твоя работа может это все предотвратить. Я не отвечаю за весь мир. Более того, ты единственный, кто может мне помочь. Единственный, кто может предотвратить этот кошмар. Ты, Бент, ты один несешь ответственность за весь мир. Тебе это знать неоткуда, но через 500 лет Земля будет уничтожена. Все разрушено. Поверхность непригодна для жизни. Последние выжившие прячутся в подземных бункерах, и человечество стоит на пороге уничтожения. Хорошо, очень интересно. Ты мне веришь? Да, да, конечно. Вот наша команда. Посмотри. Так, это... Кто это? Это? О, это Сальвадор. Он тоже был тут, в Норвегии. Может, ты скоро с ним встретишься. И он тоже прибыл из будущего? Да, да, само собой. Как ты думаешь, где эта фотография была сделана? На космической станции? На Марсе? Не говори глупости. Скоро ты все поймешь. Окей. А это вот кто? Этот дядька с лысиной. Выглядит важно. Это Квади, наш командир. Его задача — сохранить жизнь каждого в колонии. Для него было непросто отправить нас всех на такое тяжелое задание. Угу. Найджел — мой учитель. Он заботился обо мне после смерти родителей. Извините, я не знал. Что с ними произошло? Они были ветроразведчиками. Они неправильно измерили вертикальное давление таксисферы. Кайты выдержали, но якоря сорвало. Это... очень печально. Да ничего, ты же не знал. Как еще то, что ты сказал про какие-то якоря и там... О, это ты. Вы там не особо счастливы. Я нервничаю. Как-никак, мне предстоит спасать мир. Спасать. В какой-то момент каждый так считает. А, это Дельвин. Он у нас вундеркинд. Он в одиночку отремонтировал пневматор до того, как заметили, что с ним что-то не так. Дельвин со всеми ладит. Кажется, он боится. Мы все боялись, каждый по-своему. Хоссеп провел много времени в архиве. Там он пытался узнать о мире все, что только можно. Должно быть, это довольно много. О, на самом деле не очень. Все, что можно было прочитать, он прочитал минимум раз по 100. Угу. Дина с Хоссепом очень хотели попасть в Европию. Хотели пройтись по музеям, когда задание закончится. Ну, не знаю. А вы искусством не интересуетесь? Я не понимаю, как это поможет в спасении мира. В Европию. Что за женщина в красном свитере? Сади. Моя лучшая подруга. Она отправилась в Южную Америку. По обмену студентами? Нет, нам совершенно нечем обмениваться. Весь этот материализм — первая и главная причина обрушения мира. В нашем мире это не нужно. Мы лишь хотим выжить. О, ну ладно, ладно. Я вас не так понял. Успокойтесь. Ну и давайте вот этот мужик. Это Харди. Его отправили в Цвибельбург, чтобы поговорить с властями. Цвибельбург. А это что еще за место? В Нигделандах? А, точно не знаю. Вроде то место называлось не так. Так. Получил достижение командный игрок. Отличные костюмы. Ну и к чему все это? Ты все еще не понимаешь? Нет. В нашем времени миру пришел конец. Катастрофа зашла уже слишком далеко. Мы путешествуем во времени. Нас отправили в 2050 год, чтобы предотвратить изменение климата. Что, простите? Мы хотели исправить ошибки, допущенные человечеством. Но мы просчитались. Угу. Перешли к чаптер 1. Чаптер 1. Пролог мы прошли, хорошо. Где звук? Фэй, ты жива? Не знаю.
Не похоже на то. Хватит шутить, мы на месте. А как ты это узнал без... Отведите меня к главному. Черт. Ну как ты? Не трогай оболочку. Да, спасибо. Теперь не буду. Это 2050 год. 2050, значит. Необычно, конечно, игрулька. Отлично. Я думаю, на этом закончу, потому что довольно насыщенные диалоги, насыщенная информация. А на этом остановлюсь. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, пишите свои комментарии, подписывайтесь на канал и до новых встреч.